Я вообще считаю глобально, да, что к подростковому возрасту ребенка старшего полезно прийти, как бы, ну, произведя какого-то уровня ревизию собственного подросткового возраста. Обоим родителям, если семья полная. Я не говорю, что всем обязательно на психотерапию. Нет, это вообще эксклюзивная услуга в нашей культуре. Да? Но разные есть способы произвести ревизию собственного подросткового возраста. Почитать книги, которые вы читали, почитать собственные дневники, поговорить с вашими друзьями тех лет, если они, ну, кто-то остался из них. Дневники собственные, это, конечно, лучше. Посмотреть фотографии. Возможно, у кого-то там такие закрытые двери воспоминаний, в которые вы не заглядываете. Вот. Потому что если подростковый период родителей был острым, и вы к нему не возвращались, оттуда будет дуть из-за этих закрытых дверей, будет дуть, и какая-то дестабилизация может происходить. В наиболее сложной ситуации, мне кажется, находятся родители, у которых, собственно, подростковый возраст был очень спокойным. Возможно, его вообще не было, да, как такового. Или там было сильно отложено после получения диплома, условно, да, такой смещенный. А дети сдают жару. Тут же, понимаете, одна из глобальных тревог родителей подростков, да, связанная особенно, которая включается, когда вы видите уже выборы, новый выбор ребенка взрослеющего, который отличается от ваших. Тревога в том, что, возможно, вы что-то недоработали, пока ребенок был младше. Понимаете, да? Возможно, вы что-то сделали не так, что-то не додали, где-то пережали, были слишком далеко или были слишком близко. То есть очень часто вот эти тревоги, связанные с вырастанием ребенка, родители относят к себе, что это его вина. И тут, может быть, совершенно немыслимо на лекции такого рода, ну, они все разовые, да, выстроены в линию, говорить о том, что, в общем-то, нужна такая глобальная вещь, как принятие варианта взросления ребенка. Мы его не выбираем. Мы не выбираем, по какому варианту будет развиваться взросление и по какому типу пройдет подростковый кризис. Мы тут вообще ничего не выбираем. Это очень сложно, особенно для тех, кто любит контролировать. Мы же привыкли, вот детки, они маленькие, мы привыкли все контролировать, что там они едят, как они спят, что они посещают, что они читают, что они носят. Мы выбираем им всегда лучше с нашей точки зрения. Потом ребенок начинает взрослеть, и он уже не стопроцентно согласен. Ну, скажем, приятно одевать девочку, пока она носит то, что вы выбираете, да? Но потом наступает момент, девочка говорит, я это не одену. Прекрасно выбирать для ребенка лучшие с вашей точки зрения книжки или музыку. А потом наступает момент, и мальчик говорит, мама, это твой выбор. Это твой выбор, они из 20 века. Слышали такое? Про то, что вы уже, в общем-то, археологические такие существа. Это еще одно. А я это не выбираю, я выбираю вот это. А потом вообще включается, собственно, такая, ну, как бы, вторая, третья передача пубертата. И ребенок начинает стремительно становиться по внешним признакам не ребенком. И будет ли этот пубертат, физическое созревание, физиологическое, быстрым? Бывает так, что полгода, и за полгода из лялечки получилась такая дама, сформировавшаяся. Или там из мальчика получился такой дядя с усами. Несколько месяцев, и все, очень стремительный пубертат, это один из вариантов. Очень сложный для всех, на самом деле. И для родителей, и для ребенка. Или он будет медленным, растянутым, и ваш будет все еще маленький, а все вокруг уже будут дядями и тетями. И будет страшно переживать, что он никак не вырастет. А все вокруг уже взрослые. Вы, наверное, знаете, что в 7, 6, 8 классе, да даже и в 5 сейчас, это же стремительно молодеет все, можно, зайдя в класс, увидеть совершенно разных существ. Как будто вы в галерее эволюции находитесь. То есть они все ровесники, они родились в течение календарного года, но уровень физиологического, эмоционального, личностного созревания – это просто небо и земля. Вот у меня там бывают там, приемные дни, когда у меня одни подростки, да, и приходят там, смотрят, 2 14-летних записано человек. Ну, думаю, я там настраиваюсь. И сначала приходит такой мальчик небольшой, с тонким голосом, да, такой еще явно не выросший. А потом приходит такой дядя, я думаю, боже мой, он вообще женат или вообще-то кто кого мне прислали? А ему 14, ему даже еще не 15. И он не виноват.
При том, что он вырос так быстро, у родителей чем быстрее пубертат, тем меньше времени у родителей на приспособление, поэтому стремительное взросление, оно, конечно, может вызывать сложности. Замедленное тоже. То есть может очень расстраиваться родитель, как же так? Что ж ты не растешь-то, да, все уже выросли, а ты все еще маленький. Это так-то смешно, да? А на самом деле тоже определенная сложность. Так вот, вариант взросления ребенка мы не выбираем. Ни скорость, ни яркость. Чем быстрее взросление, тем менее осознанные выборы. Для мальчиков это рост, для девочек это начало месячных. Это созревание таких вот ментальных структур и конструкций, что он действительно уже очень по-взрослому говорит. И, конечно же, у быстро взрослеющих детей гораздо больше акцент на независимость выборов. То есть те, кто взрослеет быстрее, их как бы вбрасывает, гормонально вбрасывает в новое состояние. Это действительно гормональная вещь. Во многом мы недооцениваем, насколько она гормональная, насколько там играют гормоны. И я всегда, вот если на занятиях мамы, говорю, что вот вспомните себя в токсикозе. Да, помните незабываемое состояние? Помните? Когда это вроде вы, но как бы не совсем. Там это вы, но у вас там поменялись предпочтения. Поменялась норма реакции. Помните токсикоз? Или для вас это плохой пример? Не помню. Кто токсикоз не помнит, вспоминайте состояние опьянения алкогольного. Кто не может вспомнить и опьянение, вспоминайте состояние с высокой температурой. Да? То есть что-то, состояние явно измененное. Но это вы, но вы не в своем уме, а в Мэри Эннином. Да? Вы немножко не в своем обычном состоянии. Так вот, у стремительно взрослеющего ребенка гормоны, гормональные строй, уровень гормонов, это можно даже отследить, женских и мужских, соответственно, меняется столь быстро, что у него какое-то время просто смещенное состояние. У девочек это особенно сильно во время месячных, ну, в начало месячных, установление цикла, у мальчиков это менее заметно. В общем, это возраст тоже первых вот этих ночных семяизвержений или ростового рывка очень гормонально непросто. Там вообще мало психологии, а много физиологии. И еще одно базовое умение для родителей подростков – различать, где включились гормоны. Знаете, это видно прямо по глазам. По реакциям, по резкости реакции, по речи, что был бы вот это ваш ребенок, там, в смысле, уже большой ребенок, а тут хлоп и гормоны. И еще потом как бы прошло там полчаса, час, может быть, день, может быть, 10 минут, и он уже вернулся, гормонов в глазах нет. Они иногда смеются. Они иногда так по-дурацки, таким дурацким, да, слышали? Нет. Родители подростков – это особая группа, да? Хорошее взаимопонимание. Они иногда плачут. Очень лобильные. Я говорю, вспоминайте, пожалуйста, либо маленького ребенка в кризисе 3 лет, либо беременную женщину, которая там посмотрела там мелодраму, зарыдала, увидела там крошку на полу, заорала, потом, значит, опять засмеялась, да. И вот такие эмоциональные качели, это называется эмоциональная лобильность. Книжечки по подросткам купите, почитайте, лекции послушайте, да, это все хорошо и подробно рассказано, они не виноваты. Мы тоже не виноваты, мы просто не успели приспособиться. Нужно время, чтобы вот это понять. Обычно ко второму ребенку, если у кого не один ребенок, уже на это мама вообще не спотыкается. Она говорит, так что там вот скоромесячная, нормально, там уже даже нет вопросов, она уже знает, там, куда повезти, как посадить, где, значит, не обратить внимания. Как это, первый ребенок экспериментальный, второй исправительный. В лучшем случае, да, это опыт, который, к сожалению, приобрести невозможно. Даже как первые роды, там это совершенно незабвенный опыт для всех, да, потом хотя бы уже знаешь, что это. Соответственно, если ребенок единственный, особенно все сложно, потому что нет как бы права на ошибку, все хочется оптимально, хорошо и быстро, а оно, значит, никак не получается.